Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала. Перед вами на экране монета Республики Гана 20 Сеги 1995 года. Бывшее название страны – Золотой берег. Так она была названа из-за открытых золотых месторождений. Республика Гана находится на западе Африки, на берегу Гвинейского залива Атлантического океана, с запада граничит с Кот-д'Ивуаром, на севере с Буркина-Фасо и на востоке с Тогалесской республикой. Площадь Ганны 238 533 квадратных километра, население около 33 миллионов человек, 60% христиане, 35% мусульмане, 5% традиционные африканские верования. Столица Акра, официальный язык английский. Дата независимости 6 марта 1957 года. Денежная единица Сеги, который был введен в 1965 году, состоящий из 100 песев. В 1967 году еще одна реформа Сеги, изменен на новый Сеги, а в 1972 опять Сеги. В 1984 году прекратили чеканить разменные монеты песева и возобновили лишь во время денежной реформы в 2007. Итак, данная монета регулярного выпуска. Перед нами аверс. Здесь изображен герб Республики Гана, который был принят 4 марта 1957 года. Герб состоит из лазаревого щита, разделенного на четыре части крестом Святого Георгия. Внутри креста помещен золотой лев. Данный крест и лев являются символом близких отношений Ганны с Содружеством наций и Соединенным Королевством. В первой части щита изображен золотой церемониальный меч Окуямы, который является символом правительства. В другой части золотой замок, стоящий на основе из волнообразных двух серебряных узких поясов, которые, вероятнее всего, символизируют Гвинейский залив, а замок – это президентский дворец в Акре в Гвинейском заливе. В третьей части изображено дерево какао, одна из основных сельскохозяйственных культур Ганны. Также оно символизирует сельскохозяйственное богатство страны. И Гана является второй страной в Африке по производству какао после Кот-д'Ивуара. В четвертой части изображена золотая шахта, символ богатства природных ископаемых. В Гане добывают золото, серебро, алмазы и марганец. И Гана является на данный момент первой страной в Африке по добыче золота. До 2018 года она была на втором месте после ЮАР. С двух сторон щита по краям монеты гочеканки 1995, вверху монеты обозначен номинал цифрой 20, и внизу монеты написано название денежной единицы Сеги, которая в переводе с языка народа Акан означает каури. А теперь посмотрим на реверс. Перед нами реверс монеты, ориентация медальная, отношение аверса к реверсу 0 градусов. На реверсе изображена ракушка каури. Раковина данного моллюска использовалась ранее в странах Африки, Азии, Австралии и некоторых стран Америки в качестве товарных денег. По окружности монеты вдоль канта написано по-английски название страны Ганна и далее национальный девиз страны Freedom and Justice – свобода и правосудие. Монета сделана из стали, покрытая никелем, диаметр ее 24,5 мм, толщина 1,88 мм, гурт гладкий, вес 5,4 грамма. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи, пока!